Ладно, отдохнем, Вань. Давай немножко это... Достаточно. Хорошо, нормально, в принципе. Но горизонт плохой, поэтому... Нормально, хорошо. Давай, чтоб оно и повторим. Высоко не забирайся, чтоб горизонт получше хоть видно было немножко. Значит, давай также попробуем. Сначала вместе, потом по командам сам. Хорошо? Сначала сделаем. Не спеши с ручкой, не спеши с ручкой. Еще раз, значит, не спеши. Замедленнее идет. Ручка чуть замедлилась, да, вот так вот. Еще разочек, давай не спешим, приготовились. Подрыв, нога, ручка чуть-чуть с замедлением идет. Давай, я командую, ты говори, приготовился. Подрыв, нога, ручка чуть-чуть замедлением. О, ничего страшного, что повернули или не довернули. Так, не спеши. Хоп, хоп, хоп. С ручкой не спеши. Видишь, поспешил немножко. Да-да, понял. Ну. Она чуть-чуть с замедлением. Подрыв остановил, пошла сразу нога. Нога уперлась, а ручка чуть-чуть с замедлением. Ее даже, знаешь, если даже ее не даешь, она сама туда пойдет. Ее надо только поддержать. Понял. Передохни немножко. Сейчас залечу, развернусь. Но... Погода испортилась моментально. Ага. Вот тут залетали, хорошая была, все, горизонтик был чистенький. Моментально пришла такая. Сделано. Давай, аккуратненько. Насчет раз, да? Приготовился и... Раз, два, три! Вот! Ничего-ничего, остановка отработает. Главное вот это распределение рулей. Приготовился. Раз, два, три. Вот она! Изумительно. Только на вращении чуть от себя придерживаешь. Хорошо поймал, молодец. Еще раз взял. Давай, оборотики. Так, приготовился. И раз, два, три. Вот она! Отлично! Отлично! А вот остановочку только. Главное вот это, чтобы постоянно было. Давай сам. Ага. А чуть-чуть поторопился, и он начал уже раскручиваться, когда останавливаться надо. Ну все понятно. То есть вот поймал. Только не спеши. То есть перед... Сам себя прямо так на контроле держишь, потом привыкнешь, нормально все будет. А первоначально вот это. Да, и да. Ничего страшного, если он раскрутится. Ну, придерешь обороты, обратная нога. Давай полторашку покажу тебе на всякий случай. Ага. Ты знал. Полторы штопорных. То есть вверх ногами остановка будет. Самое, подтянулся, нормально, не болтаешь. Нормально. А, давай. Обороты так же, 220-250. То есть ничего страшного, так же убираешь обратная нога, он останавливается, никуда он не денется. Давайте домой. А? Давайте домой. Давай, все нормально, у нас и время выходит уже. Жалюзи прикрой. Переедать тоже не надо этими штопорными. Мне она сейчас так понравилась. Нормально, даже нормально, лучше, да? Чем та эта. Обычная. Лучше, чем управляемая. Главное вот поймать это, да, сам, само распределение вот этих. Ага. И отлично будет крутиться. Доложись. Сургут круг 17.55 гольф. Освободил 1000 метров. Земли посадкрылась. 17.55 голосов принял, снижение для посадки QFI 745 мм, посадку доложить. И над Боровой выполняются полеты на высоте 200 метров локомоторной авиации. 745 на приборе, борт наблюдаем, земли доложим, 17.55. Движусь к третьему. Он на четвертом.
Поехал, прежний план. Еще раз полетим. Я не знаю, смотрю сам, Вань. Полетим, значит, давай полетим. Отдохнем немножко. Потом... Давайте тогда отдохнем. Давай отдохнем, конечно. Сейчас у вас никого нету, девчонки. Ага. Потом сгоняем еще. Щиток обратно не зашел. Да-да. Еще раз попробовать. А? Щиток обратно не зашел. А у меня это... Yeah.